Да нормально. Чемпионами будем. Всех порвем. Всех порвем, этих порвем. Тебя порвем, колеса порвем. Тебя порвем, колеса оторвем. Застрянем, вытащимся. Еще раз застрянем, вытащимся. И чемпионы будем. Нет никаких прогнозов. Тонут все. Вы знали нас хрен знает куда. Хрен знает, что мы будем делать. И я хрен знает, решил, как мы оттуда выберемся. Все решили, что ты? Да ну, решили. Я сейчас за руль сяду. Может, понял, ему, да? Может ему денег дать. Рядом будешь сидеть. Ну что людей-то ждет? Все. Десятая дача! Уже глубоко. Тут нода твердая. Так-то. Два раз мука навалились, поднажали весла, в руки взяли, навалились, поднажали дружно. Два раз, это ли не самый лучший отдых? Лодка, свежий воздух, только солнце, только небо и река. И река.
Я забыл сапоги, и я до сих пор в сухих ботинках. Парадокс, но это факт. Техника, она как бы, она поражает. Все, не надо уже. Штурман, например, высказал надо предположение, что, в принципе, это невозможно выдерживать подобные нагрузки, но она как-то выдерживает. Нет. Как? Никто не знает. Техника тем более.